Ребята, всем крепкого здоровья. Пришла та пора, когда уровень воды в реках нормализовался. А у меня было очень большое желание порыбачить на сплаве. Так вот, я сегодня взял рюкзак, поместил туда лодку, весла, плитку, чайник, снасти, два спиннинга. В общем, собрал полностью рюкзак боевой. Как у меня это получилось, я вам потом расскажу. И сейчас я прошел уже примерно километра два. У меня осталось пройти еще километра 4, и мы с вами окажемся на реке, и потом будем сплавляться до того места, где я оставил машину. Я думаю, что сегодня будет просто сказочное путешествие, и вас вместе с собой приглашаю. Я уже набрызгался от комаров, так что мне теперь абсолютно никто не страшен. В общем, ребят, я прошел уже примерно 4 километра. Поклажа постепенно тянет меня к низу. Я уже практически весь мокрый от пота. Сейчас бы, наверное, все отдал для того, чтобы выпить большой такой стакан холодного кваса или воды просто. Но надо терпеть. Сейчас придем к реке, разложу всю поклажу, накачаю лодку и обязательно скипячу себе чайку, попью. Потому что водно-солевой баланс надо восстанавливать в организме. Вот. Если бы у меня не было с собой дрона, камер и всевозможных приблуд, которые делают видеосъемку более качественной, тогда я бы шел вообще практически налегке. У меня была бы лодка с веслами, термосочек, я бы, наверное, взял бы один спиннинг и одну коробку с приманками. И все, и у меня больше бы ничего не было. Кстати, лодка, вот, которую я сейчас несу, она весит всего на все 4 килограмма. То есть вес был бы как бы вообще практически никакой. А так приходится вот тащить такой приличный вес на дальнее расстояние. Ну ничего. Главное... Ой, мокрый весь. Главное, что кино будет хорошим. Это самое главное. Тут вот, видимо, кабаны ходили, что ли, разрыты, видите, как. Вот, видимо, хрюшка какая-то приходила тут, пыталась что-то искать. Фу, я уже реально устал. Прям задолбался. Вышел на выруба. Вот такие. Фу. Вот, и сейчас надо будет потихонечку спускаться к реке. Не знаю, дорога там есть, нету. До реки отсюда спускаться примерно метров 300. Не знаю, есть там скала или нет.
Вот, ну, сейчас будем как-то этот вопрос решать. Так, чей-то след нашли, нормальный такой. В общем, вроде как бы я выхожу уже к реке. У меня насквозь мокрые штаны, меня облепили комары. Вот. Но вроде как бы нам осталось тут что-то в районе 400 метров. Вот, так что уже силы нету, если честно. Уже надо добираться и отдохнуть. Смотрите, ребят, иду вот сейчас по дороге. Уже вроде как 200 метров осталось. Не знаю, кто тут шины наложил, навалил. Видимо, выбирались мужики отсюда как-то. Пытались выехать, что ли, не знаю. Куда их тут черт носил. Я такие же, наверное, как я, отмороженные на всю голову. Но я честно скажу, я не буду врать. Не буду хорохориться. Я уже иду прям на пределе своих физических возможностей. Уже я прям ребята, вы не поверите, но река вот она. Мы пришли. Ой, ура. Смотрите, что я нашел. Кузов автобуса. Так-то вообще страшновато. Я решил немного обойти тут, чтобы нормальный был спуск к воде. Чугальник какой-то. Явно туалет. Промысловый участок. Это что-то типа избы, наверное, что ли. Лодка, что ли, или матрас? Стулья, термос, банки. Струйки. Вот такой вот скарб у меня сегодня с собой, ребят. Это Покрафт от фирмы Time Trial. Вот, как бы, чтобы вы понимали размер. Да. Вот мой сапог 43 размера. И вот так вот она смотана. Весит 4 килограмма. Есть модели еще легче. Но это как бы усиленная для рыбалки специально. В общем, вот так вот, ребят, выглядит эта лодочка. Весит она 4 килограмма без учета весел. В общем, если бы это была обычная лодка, вот, то она бы весила, наверное, килограммов 8. И я бы сюда явно не дошел. Вот, а так, пожалуйста, 4 килограмма весом. Материал ТПУ. Он очень крепкий, крепче, чем ПВХ. Усиленное дно. Специальные держатели для спиннингов. Кстати, я их уже испытал. Ну, в прошлом видео вы это видели. Вот. Надувная подушечка. Вот такая вот. Весла, кстати, специально вот моделька для рыбалки с уключенными. Весла эти, это трансформер, то есть вот эти вот части отстегиваешь, соединяешь одно весло вместе со вторым. Получается одно весло, которым можно там через камыши продираться, еще через что-то. Установил я, в общем, на лодку вот такую вот селфи-палку. Это, кстати, селфи-палку я заказывал в магазине Борика.
Я вам ссылочку на него оставлю. Ребята молодцы, предоставили мне скидку 40% за то, чтобы я им сделал небольшую рекламу. В общем, наклеил вот сюда вот держатель и прикупил селфи-палку. В общем, вообще красота. Для того, чтобы видео было более качественным, я считаю, вообще прям неоценимый, незаменимый аксессуар. Тем более, что аналогов нигде нету таких вот, ни на Алиэкспресс, ни где-то еще. Ну все, варим чаек. Можно отчаливать. Я готов отчаливать. Болотнички у меня сушатся. Носочки сушатся. Камеру зарядил. Спиннинги собрал. Чайку попил и в термокружку еще налил дополнительно. Вот у меня загашничек. Все, разместился как надо. Сейчас чуть-чуть вот вверх по течению поднимусь сюда. Попробую у впадения речки прокинуть. И потом поплывем вниз. Нутис, приступим. Попала, попала рыбочка первая. Ох ты, щука, щука попала. Вот так. Она у меня, кстати, только что клевала, судя по всему, на микроджиг. И откусила. И откусила джик один. Маленький. Надо посмотреть. Может, у нее в пасти? Нет, нету. Но мелкая. Мелкая. Такую нам не надо. Так что давай. Беги, красавица. Смотрите, какое тут козверное местечко. Есть! Есть! Нападение! Вы видели, ребят? Эх, ты убежала! Видите, кто-то клевал. Видимо, окушок. О, есть, есть. Точно, смотри-ка, чего. Нифига себе. Вот это. Какой красавец. О. Сейчас будем проходить перекатик. Достаточно бурный. Я думал, мы его резанем вот так вот. Вот так. И это местечко мы сейчас еще и обловим. О, вот это была щука. Из-под самой лодки. Ё, килошница, блин, свинтила. Вот же ж. Сучка. Помяла как. Фух. Че себе. Да это нормальный. А, это щучка. Мелкая щучка. Вот так же. Красиво.
Какие перекаты. На них прям так свежо, хорошо дышится. Прям вот сбежал и тут вот. Прям родная у меня стихия. Прям лес, вода, скалы, потоки, рыба, охота. Первобытность какая-то прям. Дикарство. Ничего лучше этого нету. Ребята, тут остановился, чтобы... Ой, кошмар какой. Чтобы косточки размять. Мне тут сначала окунь клюнул, потом вот это вот устраивает мне. Тут я босиком хожу. Тихо. Ой, давай, иди сюда, родная. Вот так. Ой, тихо, тихо. Тихо, мелкая. Погоди, сейчас я тебя... освобожу от крючка и отпущу. Я думал, окунь клюнул крупный. А это, оказывается, вот это вот, девонька. Давай. Эх, класс. Сейчас дрон запустим в небо. Полетаем немного. Смотрите, какого окуня достал. Он из-под тех коряжек. Какой красавчик. Хорошо его взял. О! Еще один. Акушарик. Ловлю я вот на такую вот резинку. Это тиога маленькая и джиголовка 2 грамма. Тиога такого серебристого цвета, вот как вот эти вот мальки, вот которые плавают сейчас. Это тут основной корм для хищника. И поэтому
Я думаю, что он так уверенно берет именно за это. Маска, огурчики, чаек с сахарком и вот такие вот тучи пышные. Гроза будет 100%. Бабочка прилетела, на бутылку села, влагу собирает. Всем сейчас пить охота. Душно, жарко. Матушка. Ну что, продвигайся дальше потихонечку. Вот тут вот интересное местечко, перекатик выходит, и вот тут вот как бы крутит, не знаю, если тут глубина есть, то сейчас попробую тут обкидать все. О, есть, барбос, работает, тактика. Ребят, на самом деле надвигается какая-то буря, идет за мной мгла, а я от нее убегаю. Ничего, нам осталось немного, буквально пара километров, и уже приплывем к тому месту, где у меня оставлена машина. Вон, ребят, смотрите, сколько пескарей на перекате стоит. Очень много.